Все эти льготы раньше были, вот, потом отменили. Поэтому, значит, при согласовании с государственными правоохранительными органами вот этот социальный блок мы направили, значит, 5 статей и 22 нормы по социальным вопросам. Их убрали. Осталась одна статья с тремя подпунктами, значит, по социальным проблемам. Поэтому вот мы, пользуясь сегодняшним заседанием парламента, хотим этот вопрос поднять, сказать, чтобы они поддержали нашу просьбу, наши предложения по, как говорится, улучшению социального положения наших сотрудников. Основной вопрос, если я другие не говорить, медицинское обслуживание, это все можно, как говорится, пережить. А жилье? Жилье. Обеспечить жильем. Вот у меня водитель, старшина, через 12 лет только получил малосемейную квартиру в общежитии МВД. И вот таких на сегодняшний день по республике 9 тысяч человек не имеют квартир. По центральному аппарату здесь, по центру, казалось бы, столица, центральный аппарат, значит, около 600 человек не имеют квартир. Вопрос? Вопрос. Значит, приехали, живут на квартире, платят, значит, по 30-40 тысяч тенге, а у него двое детей, жена не работает, прокорми семью. Поэтому вот этот основной главный вопрос можно считать жилищный вопрос, обеспеченность.